Ну що ж, в нашій студії, як ми вам і обіцяли, красивая чувішка і прикольний чувачок. Да. Ну так, красивая малышка. І люди, артисти, у яких все пучком останнім часом, та в принципі і весь час. Потап і Настя, здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Hey, Ребята, News. У вас настолько все пучком, что последний альбом 23 песни. Но там не все песни, во-первых. Там некоторые не все... просто пустые треки. Нет, не пустые треки, этого мы не допускаем. Там есть всякие... Ну, послушайте, что рассказывать. Послушайте, там есть интролюди, интермедии, всякие скиты, так называемые, вставки между песнями. Это сейчас целостная, плотная, трехлетний такой отчет о проделанной работе Потапа. То есть все-таки да, best of. Мало того, я хочу тебе сказать, еще и не вошло... Композиция 60. Просто не успели их записать. Интересует источник вдохновения, этот нон-стоп. Откуда он идет? Ты понимаешь, самое главное — общаться близко с природой, с людьми. Самый главный источник вдохновения – это же люди, и особенно дети. Самое главное – быть поближе к детям, поближе Потап, к мамам, поближе к родственникам. Ладно, я преподаватель, но я тебя начинаю подозревать в каких-то наклонностях. Нет, никаких наклонностей нет, я просто профессиональный артист, мало того, что я профессионал, еще и преподаватель, и учитель физкультуры. Я хочу сказать, люди сами... Вот оно что, да. Преподаватель физкультуры. Да. Где свисток? А разве по мне не видно? Свисток вживлен. Свисток, у меня же вживлен в другое место, я бы вам свистнул, но... Но там нет микрофона, слава богу. Ну, я свищу на концерте, приходите на наш концерт. Дорогие друзья, источник вдохновения, сейчас повторюсь, Настя подтвердит, ты скажешь, да. Да, не сожми мандаринку, Потап, я вот переживаю за сок. Да. Дорогие друзья, самый сок в жизни, он течет из людей, он течет там, где есть любовь, там, где солнышко сияет. Возьмите жизнь, раздавите и насладитесь. Друзья, для того, чтобы сейчас хотя бы немного как-то оправдать поведение Потапа в студии, я хочу показать пригласительные на презентацию альбома, к которому прикреплен пакетик с зеленым веществом. Потап, как давно ты увлекаешься приправами и специями? Кто-то видит в этом что-то свое. Я же вижу в этом только намек. Потап и Настя всегда намекают на что-то. Дальше уже все зависит от вас. Вы должны разгадать головоломку под названием «Все пучком». Ну, сейчас серьезно, чтобы отвлечься от мандарин раздавленных, как раздавлены были другие наши конкуренты в украинском шоу-бизнесе, да и в мировом, что тут греха таить. Потап и Настя находятся в мировом турне, который называется «Все пучком». Мы после Америки поедем в Европу, в Россию, Азию, обязательно выступим в Украине с завершительным, так сказать, концертом. Параллельно между этими концертами, сумасшедшим нашим графиком, мы будем писать четвертый наш альбом. Ну а пока что, если у вас как есть... Как называться будет четвертый альбом, если сейчас все пучком? Сначала третий. Что же больше, что же лучше может быть? Слушай, ну если у нас пишутся альбомы 3 года, я думаю, что это станет понятно нам только через 3 года, ребята. Дорогие друзья. Мальчики, не все сразу. Ребята, если вы хотите услышать четвертый, послушайте третий, в четвертом, в третьем есть ключ. Четвертый будет такой же, но чуть-чуть на пару треков отличаться будет. Я прошу. Что хотел сказать, Дим, дорогие телезрители, вы посмотрите на солнце все-таки, посмотрите, не перебирайте со специями, не нужно заряжаться никакими, никакими наркотиками. Мне кажется, что сейчас все наши зрители получили ответы на все жизненные вопросы, для всех ситуаций. Спасибо всем, друзья, спасибо Потап, спасибо Настя, спасибо... Можно перед тем, как ты попрощаешься, Дим, прости, конечно, пожалуйста, перед тем, как этого пламенная актерская тирада-полив. Перед этим мы с Настей хотим вам, дорогие телезрители, сказать одну штуку. Товарищи, панове, друзья, наступают времена тяжелые в Украине. Погода поменяется. Это новогоднее обращение. Будет становиться холоднее и холоднее. А на душе должно становиться теплее и теплее. Слушайте наши песни, и пусть у вас все будет. Пучком. Что ты меня перебиваешь все время? Носите теплые носки, друзья. И зустрянемся в наступном выпуске Вани. Check it out!